Выход вперед. Стоячий. Здравствуйте. Жизнь Павла сделала крутой поворот, когда в возрасте 8 лет он начал терять зрение. Острота то восстанавливалась, то снова падала. Родители возили его к разным специалистам, но проблема оказалась глубже. Мы приехали в Моники, там отправили на МРТ, узнали, что у меня опухоль головного мозга, онкология. И отправили меня на операцию в Бурденко. Там сделали операцию, после первой операции у меня пропало зрение на правом глазу. Небольшое светоощущение осталось, поэтому в солнечную погоду он может видеть силуэты. Но с Бетховеном Павлу ничего не страшно. Собака-проводник стала его глазами. У них и распорядок дня один на двоих. Бежит ко мне, я его глажу, одеваюсь, идем гулять. Приходим, завтракаем, еще полчасика поспим. Ну а дальше уже в зависимости от распорядка дня. Поездка на работу, занятия по шашкам, настольному теннису или дартсу. Все дороги Павла ведут в Москву. Простой для большинства маршрут. Для него почти что квест. Дорога до железнодорожной станции зимой превращается в каток. Одно неосторожное движение, и место назначения может измениться на травмпункт. Наш маршрут начинается от дома. И следуем работу вперед. Тише. Идем по этой дороге. Она у нас, к сожалению, скользкая, местная, тупиковая. Потому что у нас ее не ремонтируют, не чистят, песочком не посыпают. Редкий случай. Дорога не заасфальтирована. В межсезонье дожди ее размывают. А летом из-за щебенки появляются ямы. Соседи пытались решить эту проблему своими силами. Прошлым летом здесь сосед хоть щебенку положил. Здесь была вообще самая грязь. За свои деньги. Да, да, за свои деньги все делаем. Администрации некогда. Они говорят, дорога не стоит, ну, никому не принадлежит. А так, чтобы она кому-то принадлежала, чтобы нам сделали дорогу, надо поставить ее на баланс. Какие документы для этого нужны, Павлу не объяснили. В администрацию писал с 2019 года. Обращался в социальную защиту с просьбой оборудовать тропинку. Запрос выполнили. Правда, получилось не то, что нужно, говорит мужчина. Они сделали дорогу не в этом месте, как я просил, а там чуть дальше. Тропинку тоже, которая была очень грязная, сделали ее зигзагом как-то непонятно, змейкой. Такие поездки превращаются в настоящие испытания даже для собаки. Темное время суток, фонари работают через один. Из-за этого Бетховен четко не видит дорогу, даже под своими лапами. Как признается председатель общества слепых, таких опасных участков для слабовидящих людей в Одинцовском округе немало. Например, в Перхушково нет остановки в сторону Успенского шоссе. В сторону Одинцова остановка есть, а в обратную сторону остановки нет. И поэтому автобусу остановиться там негде, и приходится ему останавливаться на проезжей части. Писали в Мособлдуму, обещали провести беседу с водителями, чтобы не останавливались в неположенных местах. По словам Елены, проблемы есть и даже с тем, как добраться до организации. Нет специальных указателей. Из-за этого многие не могут получить квалифицированную помощь. Мы направляем таких людей в Волоколамский центр реабилитации для того, чтобы они там прошли социальную реабилитацию, получили навыки приготовления себе еды. Там обучают ходить с тростью, чтобы человек мог передвигаться самостоятельно. С помощью специальной программы незрячие могут делать на телефонах все то же самое, что и обычные люди. Этим приложением пользуются Павел, Елена и ее муж Юрий, который потерял зрение полностью. Могу написать текст любой. Привет, запятая, как дела? Вопросительный знак. Привет, как дела? Отправляю. Отправить кнопка. Все, я написал. Написать сообщение или научиться жить, не видя, оказалось легче, чем добиться того, чтобы дорога от дома стала доступнее. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».